Губернатор Олег Кожемяка запретил использование беспилотных воздушных судов на территории Приморья. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на портале нормативных правовых актов. Документ касается дронов, квадрокоптеров и других беспилотников, которые находятся в собственности физических, а также некоторых юридических лиц. Введенный запрет использования беспилотных летательных аппаратов уже действует в ряде регионов и носит вынужденный и временный характер в условиях проведения специальной военной операции. Несмотря на неудобства, данная мера в первую очередь необходима для обеспечения безопасности граждан, обеспечения безопасности жизнедеятельности края и недопущения совершения диверсионно-террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Аэрофотосъемки, значит, для снятия, допустим, каких-то частных мероприятий введен запрет. Для обеспечения выполнения предприятиями и организациями края работ с использованием дронов на территории муниципальных образований действует разрешительная система. Разрешительная система работает только в отношении беспилотных летательных аппаратов, используемых в производственных целях, различными организациями, предприятиями края, то есть системами массовой информации. Необходимо согласовать с муниципальными властями цели, задачи, период времени и место использования зарегистрированного дрона. Дрон должен быть обязательно зарегистрирован.